Ребятки, я так к чему все начала? К тому, что ко мне обратились из фонда поддержки озера Байкал. У них там сейчас проходит марафон в поддержку озера совместно с компанией Орис. И я вас призываю всех в этом деле поучаствовать, потому что дело хорошее, и условия участия таковы, что там нужно рассказать какую-то вдохновляющую историю. Я подумала, что сейчас это так в тему, потому что после видео на канале Тани многие из вас написали мне, что моя история вас очень вдохновляет. В общем, не проходите мимо, ознакомьтесь хотя бы с условиями участия. Вот здесь вот по свайпу можно все прочитать, посмотреть. Ну и напишите, что вообще об этом думаете. Всем хорошего дня. Ну и простите, что я так вот все лежа записываю, у меня тут просто сын в ногах лежит. Не могу пошевелиться. И если вы хотите поподробнее почитать о программе, вот здесь вот тоже ссылка, там все очень подробно расписано, поэтому приходите и читайте.